Привет, народ Ютуба. Две посылки у нас, желтая и коробочка. Начнем с коробочки. Что тут такое? LA78040. Это получается, здесь находится, как бы сказать, микросхема. Насколько я помню, для этого, для телевизора. По-моему, вот не помню, или кадровой, или строчной развертки. Так, это тут просто так, да, было. Ничего нарисовано, ничего. Просто бумагу некуда девать было. Понятно. Хорошо так обклеили. Тоже вот интересно здесь, значит, бьющиеся. Нужно защитить от влаги, дождя, да. Это я не знаю, это, наверное, острым предметом давить нельзя, я так понимаю, не совсем понятный значок. И это, насколько я вижу, углы тоже как бы не давить, да? Насчет этих двух я сомневаюсь, если кто знает, подскажите. Просто любопытно, я думаю, многим будет интересно. Ладно, хватит базарить. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Распакуем. Коробка здоровая, они там маленькие. Вы видите, вот так сделали, прикольно. Первый раз такую вижу упаковку. Ну, там один нужен. Ну, прислали 10, по идее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ага, 10. Все, 10 штук, все правильно. Значит, телевизор. Этот телевизор я уже как-то ремонтировал, но у них, походу, опять сдох. То я заказал эти тормозисты, вернее, микросхемы эти, модули. Ладно, разобрались с этим, пошли дальше. Такая в сторонке лежит. Придем за этот. Значит, тут очиститель воздуха оценили 8 баксов. Это его аббревиатура тут, как видите. Ладно, давайте вскроем все это дело, с какой стороны. То есть я везде прощупываю, там какие-то провода. Как бы не испортить, не сломать. За краешек. Ага, понятно. Можно даже на рынок идти продавать, так как это получается куплено в магазине и перепродано мне. Тут даже что-то нацарапали. От руки тут ничего нету. Ага, все тут наклеили. Значит, заказал я один себе, другой на подарок кому-нибудь. Так, значит, убивает СО, запах курения. Зеленое, так, это то, что он убивает, да, походу, и это то, что создает в нос приятный запах, и как в лесу, походу, так. Ну, это я так понимаю, питается 12 вольт и вставляется в прикуриватель. Так, ладно. Что тут у нас понарисовано? Тут, наверное, вот тут посмотрим. Информация целее. Все на английском, 12 вольт, возможно, и 24 вольта, наверное. Но это данный на 12 вольт, концентрация озона 3 миллиграмма в час выдает. Это у нас что? Это у нас, наверное, объем. Ну, как бы для машины должно хватить. Если для дома, то я думаю, это будет мало. Ну, как бы там ни было, мы его сейчас проверим. Такой фонарик напоминает. Мы его обязательно проверим. Что-то там не очень-то и интересно. Какая-то схемка. Я думал, что-то лучше будет.
Что это за? Типа нажиматься должна ли? А, тьфу, блин, это контакт. Вот я тупанул. Это плюс, это минус. Ладно. Это плюс, это минус. Понятно. Так, отсюда забор идет отсюда, выходит сюда, чешу. Короче, непонятно, как он работает, блин. Мы сейчас все и вскроем. Блин, лажа какая-то. Вообще не понимаю. Короче, разбираем полностью. Где он, блин, свежий воздух берет? Какой озон нафиг? Да пофиг, потом разберемся. Такой цилиндрик. Что это за хрень такая? Так, пауза. Транзистор. Транзистор для красоты. Смотрим. Один контакт идет через резистор на светодиод. Второй контакт идет напрямую. И все. Вот этот, блин, 945-й транзистор, он тут вообще нахрен не нужен. Он тут никак не используется. Вот это да. Короче, ребята. Разводняк. Надо будет спросить, откуда он берет тут этот озон. Вот это прикольно. Так, ладно. Делать ему нехер было. Сколько он оценил? 8 баксов. Мы это проверим. Так, мой аккумулятор. Фейковый какой чувак, а. Так. Это у нас будет, блин, минус. Это у нас, ладно, сюда давай плюс. Ни хрена не держится, ладно, давай тебя. Минус. Минус, вот он. Минус, вот он плюс. А, запах какой! От светодиода, да, запах от светодиода, блин. Блин, капец. Ладно, транзистор бы использовался как-то. Вообще прикол. Первый раз такое вижу, пацаны. В смысле? Ну да, в основном это для мужчин. Хотя женщины, да что такое, женщины тоже не против озона в автомобиле. Синий свет озона не дает. Так, один разобрали, сейчас примемся за второй. Так, я сейчас подержу вот так. Покажу китайцу. Спрошу, что это за фигня такая. Так, сейчас выставлю. Извиняюсь, что я задерживаюсь с видео, но все-таки. Так, пошли второй использовать. Чуть запаковали. Так, достаем следующий. Калистый, блин. Мы сейчас сразу подключим. Не будем разбирать. Там такая же самая лажа. Так, берем минус сюда. Плюс сюда. Свет выключаю. Как красиво. Походу тут вентилятор должен быть. Преобразователь высокого напряжения должен быть.
Да, светится. Идем дальше, смотрим. Раскручиваем. А куда бы можно будет это использовать? И что это такое? Видео беспрерывно. Я согласен, что с помощью 945 можно сделать озонатор. Но он же тут, блин, ни хрена не это, не функционирует. Все, китаец, блин. Ты попал. Ну, а эти фигни я куда-нибудь, конечно, использую. У меня даром не пропадет. Фонарик можно сделать какой-нибудь или еще что-нибудь. На ваше усмотрение, ребята, подскажите, что можно из этого сделать. Так, что-то я, блин, сегодня... не очень. Вот, ложу, ставлю. Один прямо. Другой перевернутый. Все, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, пишем комментарии. Удивляемся вместе со мной. Прикалываемся. И все, у этого продавца не покупайте, он жулик. Все, всем пока-пока.